Эта шайба, возможно, одна из самых красивых голов матча, который прошел в минувшую субботу. На Малом Катке состоялась товарищеская встреча между командами автомобильных заводов из Нефтекамска и Набережных Челнов. Не так давно у нас воссоздана была заводская команда. Она уже провела несколько матчей, одержала несколько побед. Вот сегодня встречается со своими коллегами из Набережных Челнов с КамАЗа. Пока соперник немножко сильнее, но мы понимаем, что чтобы расти, надо играть с сильными соперниками. Восторженные крики болельщиков, зрелищная игра на льду, скрежет коньков. Вот что ожидало пришедших в минувшую субботу в Ледовый дворец. Несмотря на то, что участники игры не профессиональные хоккеисты, а работники производства, все же матч выдался жарким на эмоции. Уже в первые минуты встречи счет открыла команда гостей. Шайбу забросил капитан команды Александр Михеев. Несмотря на то, что команда «Нефас» тренируется не так давно, они сумели достойно показать себя на льду. Сегодня, к сожалению, была очень тяжелая игра для нас. У нас команда молодая. 2-3 месяца мы всего занимаемся. КамАЗ команда, конечно, немного посильнее, но можно с ней играть, можно бороться. Как все видели, практически на равных играли. Нам немножко не хватает, мы подготовимся. Я думаю, к концу года возьмем реванш. На протяжении всего матча шла напряженная игра, практически на равных. По словам капитана нашей команды, все игроки прилагали максимум усилий и старались выложиться на все 100%. Но все же хозяева немного уступили гостям. Игра закончилась со счетом 6-10 в пользу команды из Набережных Челнов. Светлана Абдуллина, Антон Терентьев, информационная программа «Ежедневник».